активисты решили поменять флаги, которые были им установлены после того, как был сбит Боинг малазийских авиалиний на Донбассе. Приехал мэр Харькова, говорят, Кернес, и черная машина впереди, и запрещает замену флагов. То ли уже уезжают, сейчас поближе подойду, выясню. Нет, припарковались эти микроавтобусы черные. Вышка все равно поднимает. Вот два черных микроавтобуса каких-то. Похоже на его охрану. Точно непонятно. Сейчас поближе подойду, выясню. Меж тем старые порванные флаги снимают активисты. Вешают новые флаги Украины. Здесь были повешены флаги всех государств, которые, граждане которых погибли в катастрофе в сбитом Боинге. А вы не боитесь подбить? Будь здорова, я не прячу. Это очень хорошо. Я тоже это рад. Я этому только рад. Я тоже этому рад. Послушайте. Мы здесь вешали, когда упал Боинг-2. Где вы были в это время? Вот когда жертвы были, пострадали люди. Нет, здесь? Нет, не здесь. Недалеко отсюда. Ну, мы спрашиваем здесь, вы говорите, вешали где? Вешали 2. Ну, так, так, так. Сейчас, если упадет ваш этот самый активист, помощник, что? Ну, что будет? А вы услышали? Пожалуйста, пожалуйста, пусть люди пристегнутся. Это самое... Вот автобус и две машины, к которым была претензия у активистов, что они считали, что это мэра Харькова Геннадия Кернеса машины. Внутри по одному-два человека видно, но номера 0202, кстати, замечательно, одинаковые номера. А это нормально, что на двух машинах одинаковые номера? А, нет, ЕС и ЕВ, серии разные, да. Ну вот загадочные машины, микроавтобусы. Получается, они что-то сказали, а мы можем ответить.
Реально то, за що вони відповідають, що не можуть. Вони так якось дебільні люди. Корінь в чому? Під'їхав Єрпа, сказав убрати прапори. Вони почали доїбати до чого угодно. Я не був, я вакцинований. Я тоді всім всіх вивожу, ребята. Я ділила те, що я роблю. От і все, от не буду. Ваша робота покладає. І я так. Ні. Ну, це не допустимо. Героям слава! Машина не слышно! Героям слава! Мешок флагов. И вот результаты работы. Активисты говорят, что именно Дикер у нас приехал в облсовет. Поэтому его машины тут стоят. Но подъезжал он, когда шел как раз к вышке, непосредственно к вышке. Эти две черные машины подъезжали. Очевидно, были недовольны развешиванием флагов. Вот старые флаги всех государств, граждане которых погибли в сбитом террористами Боинге. Развешены были здесь, чтобы почтить память погибших. Но за более чем полгода изрядно обтрепались. Почему их и решили поменять?
Активисты продолжают беспрепятственно вешать флаги. Верно, смеш тем вроде в Госсовете. А возле бывшего памятника Ленина, возле его постамента, продолжается акция кошек для войсковых, совместная акция харьковских и львовских волонтеров, которые передают внедорожники, 6 внедорожников и помощь, необходимые товары воинам АТО. Знятые слава флаги. Україні! Дивіться, зараз тут збираємо ми допомогу для військових. Зараз цю хвилину хочу, щоб ви звернули увагу на цю дівчину, цього хлопця. Це вони зі Львова. Вони зараз будуть перший прапор України разом вішати в нас в Харків. Так давайте привітаємо. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Велика подяка цим людям, що вони приїхали до нас підтримати. Зараз. Ну це для мене взагалі перше, щоб львів'яни вішали прапор України в центрі міста Харкова. Дякую вам за це. Єдина батьківщина наша віза буде. Східний захід разом, разом в нашій боротьбі єдиня. Всі ідеї розійдуться скоро по всій Україні. Ми ніколи не здамося, в нас не є козацька кров. Слава патріота, ми розтягнемо наш прапор кров. Для всіх, хто не розуміє, що це за люди. Це сестра Володимира Парасюка Ірина, з нею їх товариш Сашко. Дякую вам за все. Прапор, це сестра Володимира Парасюка і батька Володимира Парасюка. Це, ну, насправді, це добрі люди, гарні люди, які завітали до нас, щоб насправді допомагати і разом допомогти військовим, які знаходяться зараз в важкому стані, які захищають нашу країну. Дякуємо вам за цей жест і взагалі за все дякуємо. Возле памятника таткам. Да я уже заканчиваю. Сейчас на нашу позвоню.